И это, без сомнения, один из лучших пляжей в Арабских Эмиратах. Сейчас все посмотрим, все покажем. С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Подписываемся, ставим лайки, не пропускаем новые видосики. Погнали! Итак, мы приближаемся к нашему пляжу. Но как раз этот вход закрыт, прошлый вход. И с сегодняшнего дня открывается новый вход. Нам уже охранник машет, говорит нам, вот, ребята, вон вход. А, кстати, как с окна с нашего мы видели, что люди стоят здесь долгое-долгое время и не могут понять, куда же им идти, куда, где вход. И, видимо, не совсем комфортная запись на двери отеля. И охранник прям выбегал за ними и забирал их. Так что мы сейчас наслаждаемся погодой, зеленью. Это зима. И очень-очень жарко сейчас. 10 утра. А в предыдущих моих видео я мерзла в куртке вечером. Вот новый вход. Шикарный новый вход отеля. Вот он. Ну что ж, сейчас зайдем, посмотрим. Пуш, толкаем. Ой, есть, попало. Hello, hello. Yes, oh, gym open. Can we see a gym? No. Thank you. Thank you. Hi, guys. Hi, make a sign here, please. She will make, okay? I'm making video. Ох, какой зал. Описали, что зал закрыт. Нет, зал открыт. Hello, hi. Мы не взяли вещи, но, в принципе, мы решили сделать перерывчик, и так мы многовато тренируемся. Зал шикарный. Ребята, зал вообще классный, очень. Очень нравится зал. Я вот зашла, правда, я в тапочках, но меня пока пропускают. Вы думаете, это все тренажеры? Нет. Переводим свой взгляд сюда. И вот здесь все тренажеры. Круто, круто, вообще. Вот это да, вот это зал. Просто фантастика. Сейчас померяем температурку и пойдем покажем вам пляж. И бассейн новый. Вот это да, сплошные улучшения, здорово. Тренер в зале мне показывает новый тренажер для рук. Ну, скорее всего, разминка для бицепсов и для предплечий. Очень круто, очень круто. Thank you. Познакомились с тренером, его зовут Мохаммед. Смотрим спа. Не, ну вот такого не было. Боже, мы где, в музее? Вот это да. Конечно же, отель улучшен. Я поставила десяточку в букинге, теперь что же я поставлю ему, пятнашку? Боже, какая милая женщина, посмотрите. Это же надо так придумать. Ladies, окей. Okay. Проверь, там никого нету? No? Окей. Okay. If nobody's there, we will come to see. Thank you, Мухаммад. Окей. Okay. Ну что, посмотрим. О, боже мой, какая раздевалка. Так бомбово сделать, просто в какой-то глине, в камнях. Раковины, умывальники, зеркала. Ой, как красиво. Так, давайте сначала по очереди. Сауна. Steam room, это такая сауна, которая парная, парная. И вон сауна. Конкретно вот сауна. Кабинки душа. Ох ты, релакс плейс. Вот это да. Да, сауна, я сказала, что вот просто... Да, большая, действительно, сейчас. Сауна вообще классно. Джакузи есть, что и работает, но это вообще классно. Если все уже открывается, джакузи и сауны, значит, ковиду конец. Очень на это бы хотелось верить. О, какая джакузька, класс. А сама комната вообще, вот посмотрите, как она сделана. Все новое, 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 и я в шоке, потому что очень-очень классно сделано. Идем дальше, посмотрим. Ну и, конечно, новый бассейн. Они говорили, что будет большой бассейн. Да, он большой, но, по-моему, он такой же, как и был там, мне кажется. Там тоже просто был большой бассейн. А там дальше дженс. Там ребята дальше. Нет, дальше мы не пойдем. Наташа просит пойти туда, но я думаю, что не надо. А, это зеркально. Да, зеркально отражается и...
То есть сюда заходят и мужчины, и женщины парятся вместе, что, кстати, очень-очень для Эмиратов непривычно, unusual, необычно. Ну да, как бы это твои проблемы, хочешь парься, хочешь не парься, но сауны хотя бы отдельно и steam room, парная. Так, вот это вот душик. Это душик после сауны, конечно, потому что он один, он не может быть один. А вот души, то есть. Ну, теперь понятно, потому что здесь три штучки с вешалочками. Ну, один действительно душ-то мало. И посмотрим еще сейчас, что-то еще есть. Посмотри там, чтобы никого не было, там что-то вода лилась. О, красиво, это просто переодевалочки. Слушайте, ну сделано просто красиво, это вообще, это я не знаю что. Знаете, что мне это напоминает? Какое-то, ну, блин, Дольче Габбана по цвету. Или Гуччи. Не, ну. О, как раз 11-й шкафчик открыт, нет? А можно его открыть? И шкафчики очень светлые, приятные. Вот пахнет таким хорошим ремонтом, не вонючим таким, а вот хорошим таким дорогим ремонтом пахнет вкусно дерево. Ой, красиво, красиво. Ну вот, конечно, если много людей, вот немножко этот валик можно не поделить. Если кто-то, например, приляжет. Но вообще красиво сделано, однозначно отель, пляж улучшен намного. Да, передевалочки здесь есть такие, кто стесняется так передеваться вообще в Эмиратах. Как мы, все в одной раздевалке не передеваются, все стараются зайти, закрыться и переодеться. Ой, посмотрели мы, насладились, идем теперь посмотрим пляж. Вот, нам разрешили зайти в массажную. Ну, как здесь волшебно. Ого! Вообще классно, смотрите, смотрите, мы будто в Таиланде или на Бали. Очень красиво и просто вот как-то волшебненько. Да, для релакса одна кровать и это вот зеркало в таком камне, в глине. И вообще все как напоминает, что можно расслабиться и сделать релакс. И это здорово, люди очень, очень приветливые, разрешают снимать, здороваются. Вообще не знаю, как. Отель улыбок, что я могу сказать? Душ, релакс, ну здорово все. И очень-очень понятный запах. Hi, guys! А вот сквош-корт. Новый. Смотрим лавочки. На таком же мы играем в Radisson Blue Align. Но это просто новейший, просто чистые стены. Даже мячика здесь еще не было. Запах отличнейший, такого дерева. Только что сделанного. Идеальный паркет, идеальнейший. В общем, кто играл в сквош, пишите в комментах. Мы выходим к бассейну. Сейчас посмотрим бассейн. Как раз, что хорошо, никого нету, можно снимать видео. Вот, мы только что были в зале и в зоне спа. Отсюда выход в бассейн. Бассейн отличный, шикарный. В общем, вид красивый. Людей пока нет, хотя уже дело к 11 близится. Люди спят, видно, на завтраке. Ай, водичка! Ай, тепло, хорошо. И вот сейчас пойдем пляж посмотрим. Кстати, полотенце можно уже брать здесь, а мы по старинке берем на рецепции. Смотрите, какую-то кафешечку сделали. Не какую-то, а классную кафешку с таким стилем модерновым. Называется The Cuff. Лето, напоминает кафешечка лето. Шикарные столы, стулья. Музычка играет. Отлично. Good morning. Просто круто. Наверное, пообщаемся с людьми. Потом еще посмотрим поближе пляжик. И мы проходим на пляж. Песок все такой же шикарный и белый. Вот чем этот пляж хорош? Белый, белый классный песок. И любуемся. Вот кафешечка новая. Вот новые сидушечки. А вон мы можем выбрать старые сидушечки. То есть зависит от нас. А что я хочу сказать? Я трогала сиденье изголовник этой сидушки. Он просто падает назад. Ну и то, что мне не нравится, что вдвоем лежать. То есть переносишь песок, делишься с товарищем. Не, ну мне лучше лежать по одному, он красивый как бы. И что еще, смотрите, у нашего изголовничка старого есть три фиксированные
позиции. Можно лежать, можно выше, можно еще чуть выше. Поэтому, в принципе, старые лежаки мне нравятся больше. Но опять-таки это мое мнение. Свое мнение, пожалуйста, пишите в комментах. И подходим мы к морю. Ну, точнее, будет сказать, к заливу, но, конечно, называем мы его морем. Прекрасно. Море чистейшее. Чистейшее, шикарное просто. Делюсь с вами моречком. Желаю вам всем попасть сюда. Ох, елки, какая вода холодная. По-моему, это где-то 20. А, тут я смотрю, народ не купается. Не, ну теперь ясно почему. Теперь все понятно. Пройдусь, уже чуть-чуть я попривыкла. Но на самом деле, ой-ой-ой-ой-ой. Такая водичка бодрячая-бодрячая. Ну вот, пляжик, территория, небоскребы. Сейчас стараюсь снимать, чтобы люди, дети в кадр не попали. Зачем ругаться? И вот такая территория. И все еще дальше мне сказали строиться. Все еще территория пляжа отеля Radisson Blu Абу-Даби Корниш. Шикарно, мне очень нравится. Кстати, насчет изменения в пляже. Прекрасные белые лежаки позади меня принадлежат, в принципе, к кафешечке, которая тоже находится сзади меня. И вы сможете ими пользоваться только, когда в кафешечке вы потратите 300 дирхам. Вот, только такой вариант. Мы когда пришли сюда, нам, наверное, дали дезинформацию, что это все принадлежит отелю Radisson Blu Corniche. Нет, вот наши места, это тоже, в принципе, они мне больше, эти лежаки, понравились. Я их озвучила. Я озвучила, почему в прошлом... пару минут назад. А вот сейчас смотрим лежачки сзади. И кафешечка, это только если вы потратите там 300 дирхам. Не 100, не 200, а 300. Ну, то есть чуть-чуть меньше 100 долларов. Как-то странно, но вот такие правила. То есть не забудьте это взять на вооружение. Да, место для отдыха. Заканчиваем наш выпуск. Нашли качельки в конце пляжа. Как мы видим, тканевое покрытие. Пляж еще строится. Вот, Наташа уже катается на качельках. Это напоминает такие на Бали, в Таиланде. Вот, все для отдыха сделано. Класс! Ну вот и закончилось наше время пребывания в новом уже отеле Radisson Blu Абу-Даби Корниш. А что можно сказать? Улучшилось все. Номера улучшились, здание покрасили, питание, казалось бы, его нельзя уже улучшить. Так, десятка. Улучшили. Кстати, видео «Рождественский ужин» посмотрите здесь. Очень здорово. Да, отель, конечно, дороговат, но все-таки это пятерочка, Эмираты, Абу-Даби, столица. То есть, конечно, если у вас есть такая денежка, рекомендуем его посетить. Надеюсь, вам было интересно. Много видео наснимали, много всего покажем. Пожалуйста, подпишитесь, не пропускайте новые видосики, поставьте лайк, прокомментируйте. А если дизлайк, тем более прокомментируйте. Всего хорошего, с вами была училка физкультуры в Эмиратах.